Итак, доброго здоровья всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. Я продолжаю проходить модификацию возвращения шрама к сталкеру Тени Чернобыля. И после долгих скитаний по бару, да хотя кого я обманываю, каких долгих, никаких недолгих, самых обычных, вот, опять мы вернулись на кордон. Не так долго мы были на территории бара, выполнили пару, практически пару заданий, и все. Так, наши друзья уже тут завалили двоих кровососов. Так, надо от группы, конечно, не отставать. Слушайте, а тут уже бандиты орудуют во все. Причем реально во все. Хедшот. Счастье будет, чики-брики. Зараза. Слушайте, неспокойно нынче на кордоне стало. Далеко неспокойно. Что-то бандюки прям. Бандюки прям озверели, я смотрю, вообще. Так, ну патрончики я пособираю. Чё, начнулся что ли, блин? Где это, падла? Вот так бы сразу. Так, где там второй? Вот он второй. Так. Патроны не забываем. Они нам очень даже пригодятся. Так, вон он, еще один труп. Конечно, обалденно, когда трупы видны. Ну, расположение трупов, по крайней мере, можно увидеть на мини-карте вверху слева. Потому что при обильной плотности травы не всегда их получается быстро находить. А так очень даже неплохо. Ага, вон оно, что думаешь. Что у меня с весом? У меня уже опять перевес. Будем коктейльчики пить. Так, я так понимаю, я с этими ребятами направляюсь в деревню новичков. Да, именно туда. Ну, пошлите, пошлите. Так, у меня еще тут заказное убийство, надо не забыть. Опачки. Это что сейчас было? Это кто меня шмалял-то так жестко? Слушай, меня типать начинает. Причем типать не по-детски так. Блин, что такое? Что случилось-то? Так, это свои, 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 свои. Кого они там увидели? Ага, вот значит, куда стреляли. Долг сообщает о какой-то новой разновидности химер. А, это плоть убили. Окей. Боже, какая она страшная. Чё она зеленая, пузо все. Ну, не важно. Может, какое-нибудь болото шаталось там. Не знаю. Она еще одна. Пусть ходит. Так, ребята, вы идете. Нет, ребята не идут. Надо все-таки плот вынести. Чтоб лишний раз. Так, ну хватит там торчать. Что вы там опять увидели?
Блин, ты посмотри, застыл и все, и сидит. Так, сейчас надо глянуть, что в этой дерево. Ага, вот. Ну что, все, вы угомонились, ребята. Слушайте, как он драпать от нее стал, а? Чуть что сразу. Жидкий на расправу парень попался. Так, сейчас сразу обследуйте два здания, эти два амба. Так, здесь что у нас? Ничего нет. Так, если ничего нет, то они должны, по крайней мере, вести себя спокойно. Так, ну все вроде. Не, ну я как вспомню, когда у меня при осмотре трупа кровососа был статус того, что он является моим другом. То есть статус отношений не враг, а друг. Как-то странно было. Такое бывает в этом моде. Так, бегут ребята. Вон она. Так, вон он, вернее. Этот красавчик. То есть все нормально. Все, побежали, побежали, побежали потихонечку. Убили всех плоти. Все, никто не нервничает. Все продвигаются вперед. Блин, главное всех невредимых доставить в деревню новичков. Ненавижу вот эти миссии сопровождения, честно. Вот эта вот мера ответственности за кого-то другого меня напрягает. Понятно, когда ты сам идешь и полностью только сам за себя отвечаешь. А вот за вот этих ребят, особенно если попадаются такие бандиты или что-то еще, то уже как-то сильно от тебя ничего не зависит. Один вылез, его застрелили, допустим. Так, там вот уже одна красавица стоит. И все. Так, а то не Василина стоит. Случайно, по-моему, Василина. Нет, это не Василина, это Анна. Это она первее всех прибежала. Нас ждет. Анна, не спать. Побежали. Так, дружок, а чё ты так наискосок побежал-то? Там сейчас бандюки опять еще. На вот этой базе 100%. Так, ну ребята вроде двигаются вперед. Так, оттуда. Оттуда вроде никого не видно. Слава богу. На всякий случай. Как-то они в обход странно побежали. Можно было по дороге спокойно прибежать к деревне новичков. Нет, они решили таким обходным путем. Интересно, конечно, такой заскриптованный маршрут. Деревья-то желтеют, однако. Посмотрите, на кордоне нынче. Так, я извиняюсь, где все датчики? Что случилось? Может, игру перезагрузить? Ни карты, ни шкалы жизни, ни хрена. Да, ребят, видимо, произошел какой-то глюк непонятный. У меня полностью все датчики с экрана пропали. Вот, ну, слава богу, обошлось. Просто вышел в меню, перезагрузил игру, и все нормально. Тут тебя старший наш хотел видеть. Но это не значит, что тебе здесь рады. Проходи, не задерживайся. Ладно.
Так, сейчас все наши прибегут. Что, эта барышня уже здесь? По-моему, должна быть здесь. Так, это Василина. Так, ну вроде все добежали. Так, давайте сразу сейчас заказное убийство сделаем. Так, это который? Это вот этот, что ли? Привет, рожденный в аномалии. И тебе не хворать, дружочек. Слушайте, жестко он вообще вышел. Вот его откинуло. Вообще, да. Не ожидал я. Вообще не... Ага, вот так, значит. Окей. В принципе, этого стоило ожидать. Так, ну этого вполне стоило ожидать. Это, видимо, может быть какой-то напарник, которого тоже можно и нужно вынести. Так, попробуем с дробовичка. Вот так вот. Так, ну допустим. Так, все спокойно сидят, никто не нервничает. Ну и хорошо. Так, сейчас лишнее уберем. А, нет, ну что лишнее уберем? Давайте попродаем лишнее. Слушайте, а сигары здесь ребята любят. Или наружу полезет, так, ребятки отдыхают. Как-то они странно отдыхают калачиком. Вроде добрались. Шрам, подойди, обсудим кое-что. Олег Танго говорит. Да сейчас подойду, Олег, подожди. Так. Нет, денег у ребят сильно много нету. Блин, тут еще аномалия-то. Так, ну, Сидор, естественно, отсутствует. Блин, плохо. Я пушки хотел бы сбагрить. И одну, и вторую. Тем более, это убитая просто. Напрочь. Я не знаю, за сколько я даже смогу продать. А, кстати, ради интереса, за сколько я смогу продать. 134 рубля, больше никто не даст. Так, ну это, конечно, уже побольше. Так, хотя ладно, бог с ним, чё. Так, сейчас попробуем у этих ребят. О, это вообще 0 рублей, прекрасно. У тебя чё, 1600. 0. 300. Блин, нищие все нынче стали. У Кости вообще рубль, блин. Да, конечно, птичками здесь разжиться вообще не проблема. А вот патрончиками... А вот патрончиками нифига. Ну, что можно сказать? Только, наверное, сначала сюда. Временно. Временно положить, пусть лежит. Так, это мне не надо. Это мне не надо. Это мне не надо. Это мне ничего не надо. Так, сигары продать можно. Сейчас продадим.
Патроны выкладываем. Так, это мне надо, это мне не надо. Это мне надо, это мне надо. С дробовичком пока похожу нормально. И с калашом. Благо калаш нормально, полностью починен. В отличие от этого, прицел есть. Окей. Ну что ж, теперь можно и побеседовать с нашими ребятами, что они нам скажут. О, у этого 4000. А ну теперь я расскажу. Встречаются два сталкера. Помнишь Васю? Ну, того, который еще хотел летчиком стать. Ну и чё? Да он вчера в трамплин попал. Ну попал и чё? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. Блин, так не смешно. Так, ладно. Где наши ребята? Давайте сейчас... Так, фанат. Фанат, привет, привет. Что-то фанат изменился. Ребят, вы заметили? Посмотрите, здесь физиономия и здесь. Ну, может, противогаз надел, ладно. Так, Олег Танго. Что решил, старшой? Успели мы вовремя. Это зачет. Стрелять-то могешь? А, я ж забыл. Ты же из бывших. Давай конкретнее говори. Оговорим ситуацию. Вас вроде в баре больше не было. А, в баре больше было. Витю хотел оставить, так как бухой он в стельку. Такой здесь он мне не нужен. Но только пьяному разве прикажешь? ВДВ на задание. Сейчас демона на позицию отправлю. Ты, если чего, прикрывай лагерь с западной стороны. Окей, ждем. У меня вопрос один есть. Давай, валяй. Ты говорил, что вытекает инфа, и эта стрела всегда на шаг впереди. Но у тебя в группе люди проверены? Да ты что? Я за них головой ручаюсь. До встречи. Демон, занимай позицию. Сообщение Олег Танго. Я так понимаю, сейчас будем отстреливаться. Так, с Игорем у меня диалога нет. Есть полезная информация? Да, знаю одно место, где мужик тут один хабар кладет. Сам бы обчистил, но не хочу рисковать. Так, могу поделиться за определенную сумму деньжат. Сколько? Ух, червонец, мама родная. Молодец. И этот червонец. Не. Ребята, другой раз. Много хотите денежек сразу. Так, что у меня по заданиям? Так, работа на ученых, убить Старка, уничтожить наемников на заводе Росток. Так, вот я не знаю, как на этот Росток перейти. Там, наверное, переход нужен. Так, убить Сталкера, это понятно. Защитить ученых по возможности новичков. Слышу шум винтов. Оба-на. Они телепортировались с вертухи. Ловите лимончик. Ага, вон они, ребята. Слушайте, жесть. Блин, может мне, конечно, стоило взять снайперку со свалки. Что-то меня терзают смутные сомнения. Так, а вот с крыши, наверное, лучше слезть. Целее буду. Так, ну давайте выйдем сюда. Не, ну они какие-то вообще деревянные. У них что стреляй, что не стреляй, вообще по барабану. Блин, я не знаю. Походу, может быть, придется реально пилить на свалку.
за СВД. Это ж просто жесть какая-то. Так, минус один. Слушайте, так в меня походу стреляли с вертолета. Так, может сначала вертолет повыносить? Ну давайте попробуем. Что ж за фигня получается, блин? Гасят и гасят и гасят и гасят. Где ты, грёб? Ага, вон он. Так, это походу минус один, да? Эти уроды. Идите. Блин, ну с какой стороны он меня? Я вообще никого не вижу. Одного только в голову вынес и все. А вертолет, кстати, из калаша очень даже неплохо выносится. Все, мужик, не стреляй. Где ты, урод? Нормально вообще? Так, это свой. Это свой. Блин, где они там? Подождите, ребята, под... Ага, вот здесь был. Вот здесь был, окей. Урод, блин. Аптечку, аптечку, быстро! Действие аптечки еще дольше было бы вообще прекрасно. А мимо, дружочек. И еще раз мимо. Я его вынес. Я его вынес. Слава богу. Так, сколько их еще там осталось? Где он? Так, где они его там увидели? Ага, вот он. Отлично, отлично, просто отлично. Сталкеры, помогите, напали наемники со стороны болот. Требуется ваша помощь, в долгу не останусь. Командир блокпоста. Ну чё, походу надо бежать. Давайте засейвимся. Так, бежим, 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 бежим. Ой, я там уже стреляю, а там уже вовсю идет. Батюшки мои,
Так, ну врагов пока не... Ага, со стороны болот сказали, точно, помню, помню. Боже, 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 боже. Так, ребят, немножко вылетело. Ладно, еще одна попытка. Вон они, вон они. Мать, нахрена я в вояку попала. Но он тоже, блин, бегает прям. Твою мать. Шустрые ребятки с этим, с огнеметом. Все-таки СВД здесь не помешало. Деп очень не помешало. Блин, ну зачем я прям туда побежал? Блин, эти уроды с гранатометом, ну реально просто бесят. То ли подпрыгивать в этот момент. Пару раз прокатило, это точно. Что-то сразу в меня целятся. Так, задание провалено. Ладно. Еще раз. Как эти уроды достали, блин, почему они прям передо мной мелькают? Ой. Это ж потом вояки могут в любой момент оказаться врагами. Поэтому в них лучше не попадать никогда. Вообще никогда не попадать. Так, а куда так сесть, чтобы эти... Так, с этой стороны забора... Так попробовать обойти. Раз. Нет. Гранатомет никто не отменял. Абсолютно никто. Да, блин, СВДшечку. Что-то я как-то не подумал. Так, за деревце стать. Твари, блин. Меткие. Так, с тылу обойти. Так, в голову, чтобы... Есть. В головушку попал. Еще одна моб. Так. Куда ты побежал, блин? Ну-ка иди сюда. Миссия выполнена, отлично, шрам. После боя подойди ко мне, обсудим планы. Окей. Заодно с этих уродов все пособираю. Где ты, дружочек? Так, есть.
вояками немножко поторгуем. Блин. Кто там орёт? Так. У этого смотрел, смотрел. Давайте сразу засейвимся. Так, с нашими красавчиками диалог есть какой, нет? Так, полезная информация, полезная информация. Прям фантастическая четверка какая-то. Я не знаю. Что там? В кого ты там стреляешь? Так, уважаемый... Стой! Да стой ты, я тебе говорю. Патроны для калаша почем? Ох, 1200. Прилично, прилично. Так, с этим я уже торговал. Так, а вот еще труп. Ну, их, походу, уже все очистили. Хоть деньги пособираю. Ну как, Димак, настрой. Отлично, Шрам. Спасибо тебе за помощь. От ученых нам ничего не нужно. Да и чего с них сейчас взять? Ну, Шрам, будешь на агропроме, найди там нашего оружейника. Он в чистонебовской броне обычно. Зовут его Двоечник. Если что, обращайся к нему. Мастер на все руки, секретов много знает. Также скину тебе координаты одного пути. Будешь на ЧС-2, сможешь по ним выйти в Припять. Ты вертухой случайно управлять не могёшь? Приходилось когда-то. А что, есть возможность полетать? Да, мы вызвали нашего старого знакомого Гастелла. Вот он почти всегда бухой и вертухой управляет, как телегой с навозом. В таком состоянии. Просто если бы ты сначала сел за штурвал, потом глядишь... Протрезвеет малость этот герой. Я знаю, что тебе нужно в бар. И высадился бы в районе перехода на свалку. Там вроде есть Нива в рабочем состоянии. Там высадишься, а мы полетим шерстить болото. Ну как тебе? Да, действительно, мне нужно поговорить с Ворониным. За переход спасибо. Нужна инфа. Запишу себе в ПДА. А вашем оружейнике двоечники. Ну что, тогда полетели. Так, я пока не буду нажимать диалог насчет полетели. Потому что все-таки вот это вот все барахло я хочу поскидывать. Мне оно лишнее вообще ни к чему. Так, раз, два. Три. Так, ну-ка, уважаемый, держите. Так, 1100 на тебе. Вот так. Ох, как он сразу зарядился. Молодец. Так, и теперь вот эту надо кому-нибудь загрузить. Только вот кому? Так, а я извиняюсь, куда наш красавчик-то подевался? Так, вот, у этого деньги. Исписанный клочок бумаги не надо. Блин, ну это 7200 стоит. Зараза, как же мне его толкнуть? Так, ну только гранатку купить. Потом же и продать. Ладно. Давай гранатку. Забираю вот это. Так. 1700. Ладно, пока так.
Блин, а куда делся наш этот? А, вон он стоит. Который с вертушкой, да? Так, ладно, Димас, подожди. Пока что. А хотя, что ждать? Ждать все уже? В общем, сейчас немножечко мы полетаем. Так. А вот и вертолет. Да, в сталкере мне еще не приходилось летать ни разу. У меня не было такого опыта. Так, а я не понял, нам теперь как? За вертолетом идти, что ли? Так, ну ладно, чё, потопали за ребятами. А там, как говорится, видно будет, куда кривая выведет. Такой отряд Дельта. Первый с гранатометом наперевес. Вообще прикольно. Так, где он? Где он там жужжит? Что-то его уже не видно, честно говоря. Может быть, за тучами. Не, реально не видно. А, вон он. Чё, можешь шмальнуть по нему? Ладно, не, не буду я баловаться. Где наша отважная? Уже, наверное, пятерка, а не четверка, да. Пятерка. Так, бегут, бегут, ребята, бегут. Окей. Посмотрите, этот опять пьяный, блин. Так, ну чё? Что у нас дальше-то? Так, а я как? Опачки. Так, мало летал на крокодилах. В газету встаю, голова кружится, шрам, машину смотри в конце кордона. Где мы приблизительно появились? Может, Нева тебе еще пригодится? Вроде рабочий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Офигеть. Слушайте, так я еще... Сталкер не играл. Это вообще жесть. Кордон с... С виду... А, вот именно сверху вообще... Вообще фиг узнаешь. Так сказать, со взгляда птичьего полета. Тихо, блин, мост бы не задеть. Вашу мать, так я вертолетом еще никогда не управлял. Последний раз у меня такая жизнь была в GTA, по-моему. Бедный кабанчик, он офигел. Ракета прилетела, тут еще с пулемета, блин, сверху. Да. Так, Нива, Нива, Нива. Так, ну здесь уже сейчас будет переход на свалку. Там должна стоять Нива. Ой-ой-ой, бедные кровососы. Вон она, Нива. Вон она, Нива, вижу.
вижу. Блин, не врежься в нее. Тихо! Блин. Ребят, мне реально по башке сейчас дали просто хвостом этого долбанного вертолета. Так, отличная работа. Заходи, поговорим, генерал Воронин. Так, ну и нафиг мне эта Нива, что мне с ней делать? Ага, еще надо зажигание включить. Точно, помню. Слушайте, ребят, ну честно вам скажу, ну хрен с этой Нивой. Пошлите в барды и все. Я вот честно, я в сталкере привык как-то пешком. Единственное, вот я ездил, реально ездил на Ниве в модификации фотограф. И то как-то так, знаете, ну как бы ездил и ездил, бог с ним. Так, что тут, кровососов всех убили, да? Видимо, да. Так, ну вот я уже у перехода в бар. И мне интересно, куда начальник блокпоста делся. О, тут как раз есть диалог. Слушай, а куда ваш командир подевался? Да хрен его знает, Шрам. Вроде отошел по малой нужде. И до сих пор нет. Ребята думают, что свалил он. Только куда? ПДА его отключен. Ах, вот сукин сын, решил кинуть. Но не зря говорят, земля кругла. Может, увидимся еще. В общем, никто мне денежку в 200 тысяч не отдаст, к сожалению. Вот. Стоило этого ожидать. Ну, так, значит, так. Надеюсь, что еще действительно свидимся. А пока идем в бар. Так. Я ж еще парочку второстепенных-то заданий тоже выполнил. За которые мне причитается награда. Сейчас мы побеседуем со всеми ребятами. С кем только можно. Слушайте, сразу как поубавилось, да, народу? Так, красавчик. Тебя фанат заждался на кордоне. Там снайпер сработал и, по всей видимости, охотился за ним. Но все обошлось. Я уже знаю. Рад познакомиться. Такая же фигня. Покеда. Вот и все. Сильно обширного такого диалога не получилось. Проходи, сталкер. Для таких, к сожалению. У меня всегда есть кое-что интересное. Паша Горец. Моя информация может так, по поводу задания. Убить сталкера мастера. Выполнили это задание. Патроны. Так. А за бесплатно что можешь рассказать? Ладно, Шарам, расскажу я тебе про мужика, который до саркофага доходил. Так, не хочу я это читать, никакой информативной ценности, потом. Так, мне нужна работа, на данный момент ничего нет. Хотел спросить, другие рецепты есть, 30 тысяч, боже мой. Хочу купить информацию, в данный момент готов продать о загадке озера Янтарь. Короче, у этого дружка можно реально дофигища тайников узнать, ну, пока... Пока не хочу. Так, по поводу задания. Так, уничтожить наемников и бандитов на заводе Росток. Слушайте, а что, я выполнял разве это задание? Вроде нет. Ладно, хрен с ним. 25 тысяч просто вот так вот. Так, а вот этот вот интересный диалог. Трактирщик пивка Радонова. Вот спасибо, слушай, а ты не знаешь, где тут мастера? А, все, я помню этот диалог. Кстати, что стоит броню починить? Так. Броню я починил. Так, нацистов на болотах с удовольствием. Так, найти артефакт ночная звезда. Ладно, попробую. Глаз плоти возьмусь. Так, и все пока. Кстати, а глаз плоти-то у меня был. Был досплыл, я его где-то выгрузил. Так, что у тебя, почем у тебя для калаша? Дороговато будет. Так, бронька у меня целая, слава богу, нормально.
Так, а что еще у него можно взять? Да, в принципе, ничего. У меня все есть для жизни. Все, что нужно. Так. Подходи, поговорим. Оружие целое. Броня целая, денег 44 тысячи, окей. Давайте теперь сюда. Так. Генерал Воронин. Вот я и пришел, генерал. Я надеюсь, вы успокоились после случившейся трагедии. Да, еще вопросик. Почему не усилите посты с южной стороны бара? Да, вроде успокоился. Мне сообщили о ваших подвигах на кордоне. Вы храбрый человек. Я только могу предложить пополнить ваши ряды. И пока у меня к вам есть одно предложение – заработать. Перед тем, как я узнал о похищении своей жены, мне не давала покоя чрезмерная наглость Борова. На свалке у нас установлена слежка за прапором. Нам уже давно поступил сигнал о том, что прапор берет мзду за проход в бар, вместо того, чтобы следовать инструкции. Теперь сообщили, что прапор сбежал, но далеко. Думаю, не убежит, так как связей у него почти нет и ноги короткие. Посты сократили месяц назад, так как южная сторона контролируется наружным наблюдением и спецназ, всегда на подхвате. Единственная опасность может нагрянуть только с дикой территории. Лебедевские кланы там рулят. Пока. Мы прослушали ваш с прапором разговор на свалке и оценили ваши способности договариваться. И тем самым наша группировка к вам стала относиться с уважением, хотя вы вроде как бывший наемник. Также есть новости для вас. Ваш друг, оказывается, сам вас искал. Дочь ваша в порядке и находится в Германии, в хорошей клинике, но нужны деньги. Так, сколько тут нулей? Сейчас. Ага, 2 миллиона в рублях. Вот я и предлагаю вам подзаработать. Спасибо, генерал, за новость. Хоть и не очень хорошую, но как заработать 2 миллиона? Что вы хотите предложить? Вы с бесшумным оружием не имели дела? Ну, если глушаки цепляются к стволам, то это не мое. Но, к примеру, по молодости любил стрелять из лука. Ох, какой монолог. Вернее, диалог, естественно. Отлично. Если из лука вы стреляли, то с арбалетом, думаю, управитесь. Дело в том, что я хочу вам предложить устранить Борова в темной долине. Только не перебивайте меня. У меня на данный момент нет классных стрелков, но разведка у меня самая лучшая. Если вы согласитесь на это задание, то я вам дам аванс в размере 100 тысяч рублей деревянных. Деревянных рублей, да. И после удачного окончания вашей работы получите еще 400 тысяч. Я постараюсь решить ваши проблемы с дочерью, и поверьте, что я рад вам помочь. Работы для такого, как вы, в зоне не убавится. Я могу дать переход со свалки в долину, но у нас пока этот переход засекречен, и поэтому придется пройти чуть более длинным путем, через волчье логово. Переход туда я скину вам в ПДА. Там найдете в лесной избушке деда Щукаря. Это мой осведомитель, и я его скрываю от властей, так как сбежал он с зоны особого режима. Не буду излагать все подробности, он сам вам все расскажет. У него есть арбалет неизвестного мастера. Также сообщу о вашем визите, чтобы дед с перепугу ничего не натворил. Далее он даст тропку с волчьего логова в темную долину. В темной долине вам нужно будет найти моего лучшего разведчика. В Масхалате. Зовут его Пуля. Он находится в северо-восточной части темной долины. Как зайдете в долину, старайтесь не лезть к бандитам на рожон. Обходите краем, так как их снайпера не дремлют. И постарайтесь сделать так, чтобы Пуля остался жив. И еще на подходе к базе, то есть стройке,
Установлена какая-то зона искусственного пси-излучения. Попав в нее, сразу зомбируют. После этого смерть от огромной пси-зоны. Трое наших бойцов так и не увидели больше свет. Откуда эта защита у Борова? Для нас пока остается загадкой. Пуля сообщил, что Боров постоянно выходит на пристройку, подышать свежим воздухом. От 8 часов до 9. То есть по расписанию живет поросенок. А также любит чистить свой ствол. Подробные инструкции получите у пули. Старайтесь близко к базе не подходить. Если что не так, то сразу возвращайтесь. Пуля откроет переход обратно. Да уж, генерал, озадачил. Давайте переход. Пойду знакомиться с Щукарем. Запишу себе в ПДА, чтобы ничего не упустить. И вот так вот мне, как сказать, как с куста дали 100 тысяч. Ну что ж, надо идти выполнять задание. Так, ну арбалета у меня пока нет. Хотя Борова нам придется все-таки выносить из арбалета. Как нас и попросили. Твою мать, опять мутанты поперли, походу. Так, вот он, переход волчье логово. Но, ребят, все-таки я сначала хочу поговорить с двоечником, который находится на агропроме. Вот, есть у меня с ним диалог. Должен быть, по крайней мере. Так, 7, 7, 62, 39. Нет, видите, это другие немножко патроны. Ладно. 5, 45. 39. Этот магазин тоже выложен, мне сейчас не нужен. Так, а как нам попасть на агропром? Так, я так понимаю, сначала на свалку, а оттуда уже на агропром. Ну окей, идем. Так, не успел я прийти на агропром, как тут уже два псевдогиганта лезут обниматься. Так они меня рады видеть. Ух ты. Да отстань ты, зараза. Так, руки их не тяжелые, блин. Все равно... Ага, у этого ничего нет. Ну и ладно. Так, а где же этот двоечник? Где же этот наш родной двоечник? А что у нас здесь? Ух ты, раз. Офигеть, его вот это вот. Немножко приплюснуло, скажем. Еще один. Аккуратно. Так, здесь у нас что? Слушайте, артефактов тут прилично валяется. Да хватит головой мотать, блин. Так, аккуратно карусель это обходим. Еще один. Так, все вроде. Ничего себе, сколько всего. Так, ну этот можно нацепить. Так, радиация, каменный цветок. Нет, каменный цветок нацеплять точно не буду. Ладно.
Так, немножко пособирали мы артефактов. Ну а теперь надо найти двоечника. Вот я не помню, если... Опачки, это что? Это что было? Я что-то сейчас не понял. Так. То ли стреляет кто? Филька, язычник, не игропром, полевое ранение. Вот тебе, пожалуйста. Так, что мы имеем? Ох, сколько у меня дроби, ни хрена себе. И калаш есть. Так. Вот эти б забрать, перенести. Так, вот так вот, наверное, сделаю. Хватит пока. Блин, водки 4 бутылки, чё я их тягаю за собой? Так, лишние артефакты можно потом будет попродавать. Наверное. Так, что я не ношу? Каменный цветок не ношу. Так, с деньгами у меня пока проблем нет, поэтому... Так, одна медуза и кровь камня. Окей. Ну и все. Остальное все пусть будет. Ладно. Кстати, рюкзачок. Блин. Зараза. Так, а как мне его достать? Да что ж такое, блин? Да я, честно говоря, подозреваю, что там вообще ничего нет. Так, тут по трубам, по трубам, по трубам, по трубам. Труба идет сюда, да, упирается. Блин, может все деньги на тайники потратить. Да. Так, калашу патроны, в принципе, тоже пока имеются в избытке. Поэтому ладно. Так, а где наш уважаемый двоечник? Витя беспредел. Жора, фонарь. Это ты, что ли, беспредел? 100% беспредел. Что ж пугать-то так? Огонь. Так, я что-то подозреваю, что он вот здесь. Это мне в эту сторону, да? А, нет. Ребята, вот он. Вот он. Стоит, родной. Еще раз заходим сюда. И на этаж выше. Вот он и двоечник. Куда ты побежал, блин? Приветствую, оружейник. Я по рекомендации Димака. По стволам специализируешься, неплохо говорят. Ладно, проехали. Меня зовут Шрам, и есть один вопрос. Наслышал о твоих делах, Шрам. Сообщили уже. Слушай, тут недавно сталкер окочурился в ЖД-тоннеле. Принеси с него инфу, а потом поговорим. Хабар оставишь у себя. Не службу, а в дружбу. Ладно, оружейник, посмотрю, что там в тоннеле. А, вернее, кто там в тоннеле окочурился. Так... В ЖД-тоннеле. Ну, окей. Давайте сходим. Так, заодно засейвимся.
Так, ЖД-тоннель тут, в принципе, не очень далеко. Вот он, ЖД-тоннель. Я не кто там окочурился. Мы только там артефакты собирали. А теперь, походу, там кто-то окочурился. Вон он, чувак этот лежит. Опачки. Опять этот поезд, ребята. Неспроста. Ну, все, походу. Так, а что мы взяли? На 9.18 автомат, ребята! Твою мать, еще и с прицелом. Охренеть. Вот о чем я мечтал. Вот о чем я мечтал. Какой-то самоубийца дострелился до того, что подбил вертолет на агропроме возле тоннеля. Ну вообще, это ж надо. Неприватный канал, придурки. Блин, офигенно, а? Автомат на 9.18. Теперь с патронами у меня не то, что проблем не будет, а, в принципе, вообще никогда не будет, наверное, в этом моде. Красота, да и только, блин. Так, складаем его сюда. Пока что. Так, у меня еще один каменный цветок. У меня его, по-моему, даже этот бармен просил, если я не ошибаюсь. Оставим его пока здесь. В принципе. Так, ну и все. Окей. Блин, ну вот это вообще шикарно. 9.19, 9.18. Просто великолепно. Ладно. Это что сейчас было? Что он стонать стал? Ни с того, ни с сего. Так. Задание было очень легким, очень коротким. Говорим с ним дальше.